Этой встречи мы ждали долгие 7 лет. Именно поэтому она должна придать новый импульс сотрудничеству наших регионов. Цитата главы Удмуртской республики Александра Соловьева, которая прозвучала в рамках встречи, свидетельствует о необходимости поиска новых точек соприкосновения в экономической сфере двух регионов. Сегодня товарооборот субъектов хозяйствования Брестской области и Удмуртии составляет более 6,5 миллионов долларов США. По мнению обеих сторон, эта цифра далека от желаемого. Основная причина таких скромных объемов – огромное расстояние между сторонами и отсутствие каких-либо договоренностей. Поэтому сегодня изучить возможности каждой из сторон, а также обсудить перспективы и векторы взаимного сотрудничества – главная задача, которую ставят перед собой представители регионов. Есть рост, есть движение вперед. Оно не может быть ежеминутно, ежечасно. Это год уходит, а может и больше. Мы когда начинаем общаться, мы находим точки соприкосновения. И эти проблемы решаем совместно, двумя республиками. Кстати, Брещина в качестве основного партнера была выбрана не случайно. У регионов схожая структура производства, а главное – достаточно сильный сельскохозяйственный комплекс. Все это дает повод для обмена опытом, для инвестиций и, что немаловажно, для увеличения товарооборота. Экономика и еще раз экономика. Именно на это и был поставлен акцент. Будет сотрудничество в экономической области, будут встречаться и молодые люди, будут встречаться и спортсмены, значит, и работники здравоохранения, образования и так далее. Я думаю, мы будем еще сегодня разговаривать, я думаю, мы подпишем какой-то определенный перспективе договор с Ижевском, с мэрией города. И это и будет стимулом для дальнейшего развития нашего сотрудничества. После официальной встречи удмуртская делегация посетила главную историческую достопримечательность города над Бугом – Брестскую крепость. Уже завтра представители Республики Удмуртия встретятся в Минске с главой государства Александром Лукашенко.